Сергія Чичикалова тренує його батько. Нині спортсмен виходить на професійний боксерський ринг. В Рим сумчанина запросили італійські промоутери. Бой має бути 6 раундів. В третьому раунді він ударом знизу прекратив цей бой. Вот. На этом закончили. Для нас этот бой был успешным подведением итогов этого прошедшего года. Вот. В настоящее время мы готовимся к профессиональным боям дальше. Вот. Есть предложения, поэтому все надежды на то, что при хорошей подготовке, при успешном складывании обстоятельств мы будем дальше защищать город Сумы, Сумскую область на профессиональных боях.